Привет, дорогие зрители и подписчики канала Монетомания. В сегодняшнем выпуске хочу рассказать вам про монетку. Вот эту замечательную монетку, называется она «В едности сыла». Это первая монета, которая выпущена в военное время. Сейчас у нас на самом деле Национальный банк не спешил с выпуском монет, потому что были, видимо, у них другие задачи. Но эта монета посвящена объединению разных стран, помощи Украины. У нее довольно большой тираж. Тираж 250 тысяч данной монеты. Ну, понятное дело, что не весь тираж у нас сделан будет сразу. Они будут потихоньку-потихоньку отчеканиваться. Довольно классная монета. Сейчас она продается, скажем так, на разных сайтах. Например, на Виолите люди продают ее в порядка 400 гривен, 450 гривен. Ссылочку я оставлю в описании, в каком разделе. Здесь очень она красиво сделана, показаны страны-партнеры. Такая монетка у нас есть в серебре и вот в недрагоценном металле, не зильбер. Вот, хочу сказать, что она сделана огромнейшим тиражом, скорее всего, чтобы как можно большему количеству людей, партнеров, разных организаций вручалась, передавалась, дарилась. И в целом, мне кажется, важно, чтобы монетный двор украинский продолжал работу, продолжал чеканку монет новых, юбилейных и десяток, которые у нас сейчас приравняли к обычным десяткам. Можно будет их наверняка получать на сдачу, если Национальный банк их будет отправлять в обращение, особенно те, которых тиражи по миллиону штук и больше. Ну, конечно, нужно гораздо больше. С обратной стороны мы видим надпись 5 гривен, 2022 год. Вот такое объединение люди взяты, держится за руки, довольно красиво, кстати, сделана монетка, но мне на самом деле визуально очень нравится, красиво сделана там по печать, достаточно качественно она отображает все флаги, хотя некоторые говорили, что цвета не передаются, там синий цвет как-то не так передается, но это уже вопрос к технологам, как они смогли перенести. По цене 250 гривен я заплатил за эту монету, благодаря контактам с организацией, которые занимаются монетами. Я на канале передавал привет на основном Алексею Хану. Большое спасибо за возможность приобрести эту монетку. Конечно, она будет появляться, не спешите сильно переплачивать за монету сейчас, потому что, скорее всего, цена на нее будет падать как по мере дочеканки и появления данной монетки. Так что, если вас эта тема интересует, собирайте, коллекционируйте. Это то, что важно и можно презентовать и подарить любому человеку, который интересуется монетами Украины. И на самом деле это международная монета, которую можно и за границу легко будет переправить, перепродать и подарить. Спасибо, что заглянули. Был рад показать вам эту монетку. Следите за каналом, подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока.